Тарбагатайский район является лидером по развитию сельского хозяйства в регионе. Местные фермеры добиваются впечатляющих результатов в разведении и выращивании различных продуктов. Для этого, несомненно, важно обновлять агротехнику, закуп которой, к слову, в последние годы набирает обороты. Подробнее об уровне развития сельского хозяйства в Тарбагатайском районе узнаете из сюжета моих коллег. Богдан Сагынаев занимается разведением крупного рогатого скота уже 25 лет. Со слов фермера, животноводство в районе процветает. К примеру, с каждым годом здесь увеличивается поголовье казахской белоголовой породы коров. Сейчас кооператив заслуженно находится в авангарде мясного производства и своевременно получает соответствующие субсидии от государства. Он уверен, что благодаря упорному и самоотверженному труду их коллектива, отрасль животноводства в Тарбагатайском районе станет развиваться еще эффективнее. Сейчас в нашем кооперативе 21 тысяча голов губошерстных овец мясного направления. Из них почти 16 тысяч единиц маточного поголовья овец. Все они породистые. Мы надеемся получить на их развитие субсидии. Кроме того, увеличилось поголовье племенных коров породы казахская белоголовая. Я считаю, что это большое достижение. Но мы не останавливаемся на достигнутом. Сейчас занимаемся обновлением парка техники, потому что это тоже имеет большое значение. За последние годы здесь была проведена большая работа в области развития животноводства. Как считают сами фермеры, главное достижение – увеличение поголовья племенного скота. Кроме того, в текущем году на более чем 16 тысячах гектаров земли были засеяны такие многолетние культуры, как ячмень, пшеница и кукуруза. Сельхозтехники в районе достаточно. За последние 4 года сюда поступило 340 единиц. Конкретно в этом году – 65. Сегодня в Тарбагатайском районе содержит 3400 овец. Имеется более 2000 голов крупного рогатого скота, 43 тысячи лошадей. Мы активно работаем и развиваемся в этой сфере. Год от года спрос на землю растет. Площадь района составляет 23 500 гектаров. Из них мы осваиваем 16 380 гектаров. Ежегодно в соответствии с поручением акима области площадь сельскохозяйственных земель района увеличивается на 1000 единиц. Впереди стоит цель увеличить экспорт сельхозпродукции. Местные работники готовы упорно трудиться и уверены, что добьются еще больших успехов в наступающем году. Ирина Саникова, Анна Мацепула, Мирас Кумаргалиев, Максат Нигметов, Алтай Акпарат.